собственности Арселора российскому Северсталю. Вообще, на какой стадии сейчас находятся переговоры? Вот премьер поехал, да, на это предприятие. И все-таки, что будет с Арселором? Забирать мы будем его у Миттала или нет? Ну, вы же все уже слышали, заявление было сделано. Эти вопросы занимаются непосредственно Роман Васильевич Скляр. Понимаете, вот такого рода предприятие, да, то есть должен заниматься определенный круг лиц. Это должен быть серьезный переговорный процесс. Поэтому каждый, если будет там на своем уровне комментировать, некомпетентно, это будет неправильно. Тем более может повлиять на переговорный процесс. Поэтому заявление уже было сделано, политическое решение, я думаю, есть. Поэтому будем работать, но Роман Васильевич занимается... Ну, а сейчас вообще ведутся переговоры? По Северсталю, скажите, насколько это достоверная информация? Говорю, там есть определенный момент, который является конфиденциальной информацией. Поэтому Роман Васильевич, если желает нужным, сам прокомментирует. Он как раз по регионам ездит, сегодня полетел, вот, поехал сейчас в Жесказган, в Лутовскую область. И все-таки Казахстан ищет новых владельцев для Арселора? Для Казахстана важно, чтобы инвестор был платежеспособным, вкладывал определенные ресурсы и на повышение оплаты труда, на модернизацию производства. Поэтому чем, так скажем, потенциальный инвестор финансово обеспечен, тем для экономики лучше. Поэтому здесь определенные есть моменты, которые связаны еще с конфиденциальной информацией. Мы тем более полностью с нынешним акционером, скажем, не закончили, да, переговорный процесс. Поэтому не должно это все влиять.